два, три, замечательно, с юбилея. Разрешите наш торжественный обед открыть. Прежде всего, я думаю, что мы все хотим поздравить Наталью Андреевну с великолепным ее юбилеем. Вы патриарх советской реставрации, можно так сказать. 65 лет жизни отдали непосредственно реставрации, сохранению культурного наследия. Правильно. Если посмотреть географию, то это от Татарстана до Сибири. Тысячи произведений искусства отреставрированы вашими золотыми руками. И многие-многие музеи считали за счастье, чтобы именно к вам картина попала в ваши руки. Вы подготовили большую плеяду реставраторов. Честь и хвала. Самые тяжелые послевоенные годы вы пришли в центр имени Грабаря, и началась ваша активная трудовая деятельность. Вы реставрировали уникальных авторов Поленова, Грабаря, многих-многих великих художников. И за это вам низкий поклон. Нашего юбилея издан приказ по научно-реставрационному центру Грабаря, объявлена вам благодарность и премия денежная. Успеха. Да. Центр Грабаря вручает вам золотой скальпель. И еще, да, и еще я продолжаю вслед за Александром Николаевичем. Мы все вас нежно любим, мы вас поздравляем и знаем, что ну, мы просто все в центре вас любят, что вы наша история, вы наше все, как говорят. И вам первое мы дарим труд, который вышел вот только на днях. Это посвященный Марко-Мариинской обители. Да, что? И, да, и вот как он выглядит. Ой. Кверх ногами. Трехтомник. Трехтомник. И, спасибо большое. Да, и вы вложили. А кто же это выпустил? Это мы выпустили. Это отдел, темперный отдел. И масляный отдел, там есть и масляный отдел. И отдел графики, то есть все постарались, большой работал Эдуард Николаевич, большой коллектив, очень тяжело, поэтому пока. Да, и еще вы уже знаете, конечно, что у нас есть такая традиция дарить небольшие такие издания, подарочные, юбилейные, из которых в будущем сложится большое издание, книга, посвященная нашим людям, нашему прекрасному составу уникальных реставраторов, которые отдали всю свою жизнь практически нашему центру. Да. Таких не так уж мало, но вы такая единственная. Спасибо. И вот вам этот сборничек. Да, да, да. Имеет
наверх, Сергеевна.